повысить престиж технических профессий, пробудить научно-технический интерес детей и, конечно, сделать доступным дополнительное образование для школьников. Мобильный технопарк «Кванториум» решает эти задачи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». В Новосибирской области этот технопарк на колесах выезжает в 6 агломераций. Одной из них стал Искитимский район с площадкой в Первой Леневской гимназии. Как летают, как устроены, зачем нужны беспилотные летательные аппараты. Модульная программа «Аэроквантум» всему обучит. Со всем, что связано с картами, координатами, геолокацией, GPS-системами, знакомят в «Геоквантуме». Сейчас проблема. Дети не знают, какие у нас профессии там востребованы, какие нужны, где можно получать хорошую зарплату. Поэтому здесь мы можем показать и рассказать это все. И на самом деле подготовить даже ребенка к поступлению в вуз. Наставники приезжают в гимназию со своим высокотехнологичным оборудованием 3 раза в год на 2 недели. За это время ребята осваивают совершенно новые для себя программы. Для детей 5-х классов это урок технологии, современный урок технологии. Для обучающихся с 6 по 9 класс это реализация дополнительных общеразвивающих программ. Многих детей это настолько увлекает, что даже дома они устанавливают программное обеспечение на свои компьютеры и погружаются в инженерное образование. К тому же такое обучение сильно отличается от привычных школьных уроков. Это космическая станция нужна для изучения планеты, нашей Земля. В ней живут 10 человек. Максим Попов создал свою космическую станцию. Продумал, кто ее обслуживает, кто выращивает в ней овощи, кто ведет другие научные эксперименты. У каждого 6-классника своя станция. Сегодня ребята готовятся защищать проекты. Это интереснее, чем просто учить параграфы учебника. Здесь больше можешь проявить свои возможности, свои творческие мысли. Вот эту вот станцию, например, никогда не получится сделать одинаково, потому что у каждого работает, вся фантазия по-разному, и у всех будет очень индивидуально, очень необычно и красиво. Их наставник тщательно готовился к 2-недельному интенсиву. Ребята узнали о космосе больше, чем когда-либо. Я познакомился вживую с несколькими космонавтами, мы с ними переписывались. У меня была идея устроить телемост, потому что сейчас один из них находится на борту МКС. Дело в том, что связь очень плохая здесь, и мне не удалось. Я обязательно это сделаю. Сегодня завершающее занятие. На память ребятам прямо на их глаза готовят небольшие сувениры. К Новому году можно будет повесить их на елку. Лазерный станок стоимостью около 3 миллиона рублей к услугам школьников. А в марте сюда привезут 3D-принтер. Свои проекты юные инженеры будут производить уже не виртуально. Следующий модуль наставник обещает сделать гораздо сложнее и интереснее.